Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня надо в 7 Booster в рекламной кампании запустить новые баннеры, потому что те, которые показывались бесплатно, все аннулировались, потому что тестовый период этой рекламной площадки закончился, и теперь вам нужно загрузить новые баннеры. Вот у меня свободных показов еще 32 936. Баннеры теперь показываются по 15 секунд. Вот наш баннер Брис Киндер. Это Борис Маркелов запустил баннер. Также крутятся и мои баннеры здесь. Я запустила вот такие баннеры. Денежки, которые мне от Wallet One приходят. Вот счетчик уже крутится. Дальше я запустила ссылкой на видео. Смотри мои доходы, сколько я заработала за январь в проекте «Всем миром». Дальше сертификат «Стань миллионером» и рекламный баннер, который нам дает администрация компании «Всем миром». И сегодня мне еще пришло 2 доллара и на реинвест еще доллар капнул. Заходим в рекламные пакеты. На 1 доллар мне либо перелилось, либо зарегистрировались. Еще 2 человека заполняют мою матрицу. И осталось еще 3 свободных места. Когда матрица заполнится, мне дадут еще 1000 показов в подарок. Ссылочка на эту рекламную площадку будет под этим видео. Заходите. В ней уже очень много людей, и она постепенно заполняет весь интернет, что очень-очень радует. Всем пока!